Пожар в центре столицы. Возгорание произошло в холодильной камере в супермаркете на проспекте Дмитрия Кантемира. Огонь стал быстро распространяться. Пострадавших среди работников и покупателей нет. Произошло короткое замыкание в холодильнике. Тут лежал картон, пластиковые контейнеры. Пожар охватил помещение, да еще и дул сильный ветер. Потушили пламя силами двух пожарных расчетов. На это ушло около получаса. Нанесенный ущерб в магазине оценили в 2000 леев. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты Генинспекции по чрезвычайным ситуациям.